Он не один. И вообще просто спасибо вам. Да, спасибо, что вы здесь, за ваш контакт. Выбирайте. Это, кстати, это наши, да, русские конфеты. Можно? У меня есть валенок, матрешка. Вот, обалдеть. Но это еще не все. Вашему сообществу. А теперь давайте украинская часть. Да, теперь украинская, да. Так, я тоже вас поздравляю, вы умнички, молодцы. Я знаю, Танюшка, у тебя есть вышиванка, да? Да. Да, вот. А мы решили еще вышиванку Максу. А мы, как я знаю, у него нету, да? У меня нет. Вот. Теперь есть. Теперь будет, когда нет. А можно тебя попросить ее надеть? Да, конечно. Я уже тут народ. Еще и первочан. Да вообще. Первочанин. Харилки. Харилки. Обязательно. Это еще не все подарки. Так, к сожалению, мы не все смогли приехать. Да. Вы нас впечатлили своим временем. Дайте большое спасибо. Очень классно. Спасибо за эту программу. Да. Даже как-то теперь вести надо. Давайте масло покажем. Давай, давайте. Чуть-чуть подальше. А, вытащите? Да, вытащите. А, и на плечи, да? Почему на плечи? Просто взять. Все, слишком. Место не остыть?
Что, куда пойдем? Вообще за скамейки мы не можем зайти. Если очень достать. Нет, я охраняю. Что это самое ценное? Давайте посмелее, просто они сейчас. Они затолкнутся. Да, Оля, а кто вас? Я думала, что на самом деле не вставайте. Василий, сфоткаешь общую фотографию? Осторожно, храни. Все готовы? Раз, два, три. Еще раз, раз, два. Где мы? C'est 13h15 et 13h30. Les petites médailles.